Ну, это все совершено 25 марта 2021 года в городе Ташкенте в двух подлинных экземплярах на русском языке. Руководители правительственной делегации Кыргызской Республики по вопросам делимитации демократической кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Ташиев Камчыбек Кадышаевич. Руководитель правительственной делегации Республики Узбекистан по вопросам демилитаризации демократии узбекско-кыргызской государственной границы премьер-министр Республики Узбекистан Арип. Мен эми кыргызча кантип отурам мунун баарын. Так, давайте я вот өзүм тилим менен айтып кетейин анда. Мен силерге я вас всех ознакомил с содержанием протокола номер 34 полностью. Этот документ не секретный, так, я сразу скажу, потому что данный документ был принят всем составом нашей делегации, так, и со стороны Узбекистана, и со стороны Кыргызстана. Поэтому я вам все прочел. Так, теперь, уважаемые журналисты, уважаемая общественность, я хотел бы своими словами продолжить и рассказать вам. Ну, может быть, как-то рассказать вам, ну, я уже рассказал вообще. Да. Да. Может быть, вопросы зададите? Вот судьи, кыргызча айтып коюңуз, кечеки 25-чи марттагы эки тараптык өкмөттүк делегациянын сүйлөшүүсүндө Кыргызстанга утуштуу болгон кандай маселе чечилди? Урматтуу жерлер, негизги. Урматтуу коллегалар, урматтуу журналисттер, бул эки тараптуу сүйлөшүү болгондо, айрыкча мамлекеттер тараптуу сүйлөшүүлөр болгондо, чегере маселеси чечкенде эч кандай бир тарап уттуу, бир тарап утулду деген маселе каралбайт. Эки тарап тең бири бири менен макулдашып туруп, эки тараптык бири бири менен сүйлөшүп туруп гана чечим кабылданат. Анан бул жерде кайсыл бир тарап утту, кайсыл бир тарап утулду деген бул жерде колдонулбайт. Урматтуу жерлерим. Канча пайыз чечилди, кайсы жерлер боюнча? Негизинен кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. 100% чечилди. Бул чечилбеген маселе өтө оор маселелер биз карадык, чечилди. Бүгүнкү күндө мен айтып кетейин, дагы бир жолу мына Орто Токой водохранилищесинин эсебинен водохранилище биз тарапта эле калды, бирок ошол жерде водохранилищенин үстүндө суу турат, билесиздер. Ал сууну 95% өзбектер колдонот, өзбек тарап колдонот. Ошол жерде ал территория, Орто Токой водохранилищесинин территориясы 800 гектар тегерегинде. Мен эми мындай аккуратно этип айтып атам, 700 канча гектарда, 800 гектар тегерегинде, анын 200 гектарга жакынын ушуга чейин бизге компенсация кылып берген. Азыркы күндө 600 гектарга жетпеген 500 канча гектар калган. Ошонун эсебинен дагы бир жолу айтып кетемин. Биз тарапка мурда талаштуу болуп жүргөн жерлер, азыр мына протоколду кол койгондон кийин, урматтуу журналисттер, өзбек кыргыз чек арасында эч кандай талаштуу жер калган жок. Баары бүттү. Так, ошонун эсебинен биз тарапка Көксерек айылы, участок Көксерек айылы 105 гектар жер биз тарапка жазылды Кыргызстан тарапка. Ошонун эсебинен Баястан участогу, бул Алабука районунда 212 гектар жер бизге жазылды. Акташ участогунда 100 гектар бизге жазылды. Бул Карасуу району. Так. Уңгар тоодон 35 гектар бизге жазылды. Уңгар тоосу толук койду, бизге жазылды. И Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды. Бул переописать. Переописать это что? Переописать участок Карабелес раньше уже было отдано Узбекистану, теперь мы обратно взяли, то есть 25 гектар жерди кайрадан алдык Узбекистана. Ошентип бул участоктор ошол Орто Токой водохранилищесинин эсебинен бизге өттү. Так, эми Гавасай деген участок бар. Бул дагы ошол Жалал Абад облусу менен Наманган облусунун чектешкен жеринде. Ушул жерден эми
баягы сүйлөшүүлөр оор болду, жеңил болду деп айтыш кыйын, бирок жеңил сүйлөшүүлөр эч качан болбойт. Эки күндүк талаш тартыштан кийин, өйдөлүйдөн кийин ушул жерден бизге 8000 гектар жер биз жака жазылды. Бул жерде 5-6 айыл бар, кыргыздардын айылы бар, жана ошо кыргыздардын айылдарынын жайлоолору бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу журналисттер, ушул Гавасайда бир нече жолу ок атылып, бир нече жолу ызычуу болгон жер. Эми ошол жер толук бойдон, Кудай буюрса, биздин Кыргызстанга жазыла турган болду. Эми андай конфликт болбойт, буюрса. Дагы эмнен айтам мен силерге? Токтоп турго, эми аздан айтайын. Эми дагы, вот эмнен айтайын, мына калып кетти. Шакыркан сайдан 50 гектар жерди биз ошо Шакыркан сайдын баш жагынан, платинанын баш жагынан 50 гектар жерди бердик. Бирок ошол эле мезгилде ошол эле 50 гектар жерди биз өзгөнүн баш жагынан кайра ала турган болдук. Так, жер менен алмаштык. Ошондо кандай жерлер, түз жерди биз алмашып аткан? Бул эми бардык эле жерлер, ал жерлерде жанагы эгинеге турган жерлер эмес, жайытка окшогон, жана кайракы жерлер. Кайракы жерлер. Так. А мынабул жерлер, мына башында мен айтып өткөн Көксерек, Баяста, Макташ, Акташ, мына Сабай. Булар толук бойдон баягы эгин эгилип жүргөн биздин элдердин үлүш жерлери өтүп кеткен да мурда ошол жерлер. Чек мырза, ушул 5% эле калды деп мактанып жүргөн 5% ичинде көптөн бери тирешүүнү түзүп келаткан Сохан Каланамирасындагы жерлер, ошол эле учурда Кемпировати, Андижан өзбектер өздөрү атап жүргөндөй суу сакталыш арасындагы жерлер дагы бар болчу. Сиз жаңы айтып өткөн Гавасайдагы ичинде. Ушулар боюнча кандай болуп чечилди? Ошол Кемпироват боюнча анан Сохан Каланын айланасындагы дагы бир жолу айтам сизге. Кыргызча. Муну айта элексиз. Жок, азыр айтып кыргызча айтып отпайбы? Дагы бир жолу айтам. Мүмкүнчүлүк болбой атат, көрүп атасыз. Уважаемый журналист. Барак эксклавынын тагдыры кандай болуп чечилди? Уважаемый журналист. Я прошу вас не повторять вопрос. Так как, если будем переповторять, очень много времени уйдет. Те вопросы, которые вы сейчас задавали, я уже на кыргызском сейчас ответил. Так? Все те спорные участки между кыргызской и узбекской сторонами в данный момент полностью на 100% решены. Решены. Теперь отныне спорных участков, так понимания, высказывания не будут. Теперь только будут... Пожалуйста, слушайте меня. Вы слушайте меня. Если не хотите слушать, тогда выйдите, пожалуйста, отсюда. Слушайте, пожалуйста, меня. Не перебивайте. Так? Теперь отныне между кыргызской и узбекской сторонами спор так называемых озвучивания спорных вопросов, спорных территорий не будут. Теперь будет только сторона узбекская, сторона кыргызская. То есть, как ранее говорилось, что на спорных территориях произошли какие-нибудь там стычки, какие-нибудь там спорные моменты, отныне больше не будет. Вот по части водохранилища Кемпироват. Ушул боюнча мен айтып коеюн, да, кыргызча жакшылап түшүндүрүп коеюн, себеби дегенде бул өтө маанилүү маселелердин бири. Кемпироват водохранилищеси, урматтуу журналисттер, территориясы болгону 5735 гектар болчу. Ушу приблизительно эми мен бир аз адашып калышым мүмкүн. 5735 гектар болчу, так? Ошону бул деген 908ге караганда, по горизонтали деп коет, 908ге караганда 5737 гектарды ээледи, так? Эми ошону ошонун буюрса 5737 гектардын суу толгондо ошончо болмок да чаша. Эми ошону биз азыр 908 деген горизонталга жеткенде 906 эмес, 904 эмес, 904 900 менен эмес описать эттик. 900 менен описать эткенде территория, водохранилище территориясы кыскарды, суунун территориясы кыскарды. Анан ошол жерден 1300 гектар жер Кыргызстанга өттү дагы. Ошондо 5700ден 1300 алса 4400 гектар жер суунун үстүндө калды. Бирок өзбек тарап бизге ушуга чейин
71 жылы компенсация. 73 жылы 1973 жылы бізге компенсация қатары 4100 гектар жерді уже берген. Демек 300 гектар жер бізге компенсация беріш керек дағын. Бірок, ошо 300 гектар жердің орнына Құдай бойынша как компенсация біз 1000 гектар жерді алдық. Мына Өзгөн, Сузақ районының жерлеріне. Бұл ошол біздің жүргізген жолушуларыбыз негизинде болду. Эми мурда өзүңөр билесиздер, бир нерсе калып кеттир. Бул элге өтө керектүү маалымат. Эгерде мурда баягы компроваттын чашасы толуп, жанагы жээктерге уруп, жээктерде жашаган үйлөргө суулар тээп, үйлөрүнөн, агроторудан суу чыгып кетип, ушундай маселелер болуп аткан болсо, эми андай болбойт. Себеби мурда ал 908 менен каралчы эле. Азыр 900 менен каралат. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. 900'дөн көтөрүлбөйт. Жээктен бир приблизительно, эми муну такташат, бир 2 километр иш жака кирди. Так? Жээктен. Мындан ары суу баягы Жаңарык, Правда, Карол, Өзгөн районунун айылдарына суу теппей калат. Бирок дагы бир жолу айтайын, ошол эле мезгилде Өзбекстан тараптан сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот, алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы военизированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт, так жүрбөйт. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соглашма менен чечебиз. Так. Анан алар ограждение койбойт суунун чекесине. Кельметрскинер деп туруп. То есть со стороны Кыргызстана будет полнейший доступ к воде. Так? Это будет определяться совместным соглашением между сторонами. Но вот здесь мне передали, что буйрса 100% бүтөт, тиешелүү мыйзам ченеминде жумуштар өткөндөн кийин өлчөвүштөр мамлекеттик мекемелер менен карап чыгып договорго барабыз. Конечно, ушундай кылабыз. Ким жазып берди? Какой умник написал? Так? Вот это умнику передает вот это обратно. Естественно, все те достижения, которые мы, наша правительственная делегация достигла вчера в этом Ташкенте, этот протокол теперь будет обрабатываться той же правительственной делегацией, соответствующими государственными органами на местах. Так, потом, естественно, это все превратится как договор между государствами, подписанными нашими уважаемыми президентами, а потом уже будет проходить ратификацию через Жогорку Кеңеш. Я вам еще раз говорю, данный документ не является секретным, этот документ является общедоступным, так? Поэтому те информации, которые здесь я рассказал, наоборот, все население должно знать. Ни у кого никаких сомнений не должно оставаться. Здесь еще раз скажу, что никаких проигравших или выигравших сторон не бывает. Нету таких. Так? Мы с уважаемыми нашими коллегами Узбекистана пришли обоюдному согласию при решении государственной границы. Это достигло в результате встреч наших уважаемых президентов Садыр Нургожоевича Джапарова и Шавката Мирамоновича Мирзоева во время визита нашего президента в Ташкент. Они достигли данной договоренности, мы как правительственная делегация данный вопрос отрегулировали. Вот все. Теперь, а кроме того, дагы бир нерселер бар экен. Азыр эми ушул маселелер каралып атканда бир проблемалар чыкты да. Эмне проблема чыкты? Мына мурда бизге чейин ошол демаркация маселелер бүткөндө, урматтуу журналисттер, көптөгөн кээбир Элдер колдонуп аткан участоктор бири-бирине өтүп кеткен. Мисалы мына Араван районунда Керкидовский суу сактагычынын жанында 31 гектар жер, андан кийин Кадамжайский районунда 15 гектар жер, эл жашаган жерлер, элдер ошол кыжаат болуп сурап атышат. Андан кийин село Дерес, Аксыйский районунда дорога идущая на жайлоо. Булардын баардыгы демаркация убагында каралып, кайрадан каралып туруп. Эми мындан бияка передача земель деген болбойт. Теперь только будет обмен, взаимообмен.
Если Аравана районынан 31 гектар жерди алар бизге берсе, биз аларга да 31 гектар жерди бир жерден беришибиз керек. Теперь уже передача земель взаимоуступов таких не бывает и не будет. Теперь только взаимообмен будет. Пожалуйста, если есть вопросы. Нет, 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 давайте. Никто вопрос о транспортном сообщении не опровергал. Так. Транспортное сообщение в анклав СОХ открытием пропускного пункта Кайтпас и Утыкчу будет продолжаться. Так. То есть мы здесь разрешили пройтись. Я вам прочту вот конкретный заголовок здесь по Утыкчу. Сейчас. Так. Стороны договорились, слушайте, пожалуйста, уважаемые журналисты, чтобы не задавали другой вопрос. Стороны договорились с 1 апреля 2021 года открыть пункты пропуска Кайтпас, Риштан со стороны Узбекистана и Өтүкчү со стороны Узбекистана и Өтүкчү Туль со стороны Узбекистана для передвижения лиц, легковых транспортных средств и микроавтобусов до 20 посадочных мест. Грузовых машин там не будет проходить. Вот и все. По СОХ. СОХ-то, Улумат Тугандар, СОХ-то, Боинча, Айтват Шпаду, коридор, таган, тях, бяхта, вечкандай, коридор, джог, Алджерде, мна, эмене, Кайтпас, чана, Өтүкчү, постор, ачылат, Алджерде, адамдаргана, жүрөт, жеңил автомашиналар, жүрөт, чана, микроавтобуздар жүрөт. 20-га чейинки, 20 чейинки баягы посадочный эмес менен. Вот и все. Жок, я вам еще раз говорю, нам дано 3 месяца времени нашим уважаемым президентам для завершения всех соответствующих работ. Но я думаю, мы за это время успеем. Сейчас, вот как раз после того, как мы подписали данный протокол, этот протокол является юридическим протоколом, теперь отныне наши соответствующие работники госрегистров, кадастров, архитекторов или кого там еще, там местные органы власти совместно будут описывать границу. Так, согласно вот этим принятым решениям. Ну, когда они закончат, мы посмотрим. Я очень надеюсь, что быстро... Как? Работа с местным населением разъяснить. Но местные органы власти будут разъяснять. То есть здесь местное население со стороны Кыргызстана никоим образом не может быть недовольным оставаться. Почему? Да потому что все населенные пункты спорные, все населенные территории спорные. Мы описали на кыргызскую сторону. То есть, поэтому я очень надеюсь, что со стороны кыргызского населения не должно быть никаких недовольств. Что Алабукада, сизозум турайтас, Алабукада как раз мы на ул ушел айлдар учен чыкканда, Баястан, Гавасай, Карабелес, ушел айлдар Көксерек, ушлар учен чыкканда, эми ушел айлдардын бардыгы. Ал жерде бир айылда бир 50 түтүн бар, бир айылда 15, 20, 30 түтүн бар, ушундай бир 5-6 айыл бар. Чоң айылыбыз бар, 100, 150 түтүн бар. Ошо айылдардын бардыгы спорный территорияда турганда, мурда. Спорт территорияда туруп, же биздики эмес, же алардык эмес, карта алар көрсөткөн биздики деп, биз айтабыз биздики деп, эми андай болбойт. Эми ушул айылдардын баары биз жака жазылды, кыргыз тарапка жазылды. Эми алар биздин территория болот, биздин айылдар болот. Никаких спорт территорий не будет. Вот все. Жок. Болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде өзбек тарап бул баягы өзгөндүн жерлери бар. Баягы Ташакур, Кызыл Мехнат, биле кайсы айылды? Кызыл.
ана кызыл, ана кызыл айылдарын тегерегинде эч кандай өзбек тараптын чек арасы болбойт, болушу мүмкүн да эмес. Бирок ошол баягы суунун ичин биз бердик. Муну ачык айтышыбыз керек. Суунун ичин биз бердик, буга чейин берилбей келген, такталбай келген. Ошо суунун ордуна 1973 жылы 4100 гектар жерди булар берген. Азыр суунун орду 4400 гектарды ээлеп атат, приблизительно ээлеп атат. Бирок булар бизге 300 гектар бериш керек эле, биз 1000 гектар алдык. Ашыгы менен алдык. Суунун ордун ашыгы менен алдык. Так. Анан сырткары сууну ылдыйга түшүргөнүбүздө 900-чү точкага түшүргөнүбүздө кара суу тараптан өзгөндүн баягы кароол тарабынан 1300 гектар жер дагына алынды кошумча. Аны алар иштете берет. Ал местный органдар болот. 5-канал көрүнө өтөлүп, урматтуу камчы өтөлүшөйчү, ушул көп сери Баястанды жерлерди алып атабыз деп атат. Сиздер жана талаш болгон жер. Ошондогу канча калк биз жака өтүп атат? Жок, кандай болбойт, урматтуу угандар. Биринчиден эми азыр мен азыр сизге айттым го, канча калк экен. Ар бир айылда ар түрдүү. Кээ бир айылдарда 15-ден 20 түтүн бар, кээ бир айылдарда 50-60 түтүн. Бир чоң айылыбыз бар, 120 чейин түтүнү бар. Так эми канча калк бар экенин мен билбейм. Жок. Алардын жарандуулугу буга чейин аныкталган. Алар кыргыз жарандыгы болгон, бардыгы жарандыгы да аныкталган, бардыгы аныкталган, бирок жер аныкталбай келген. Жашаган жери аныкталбай келген. Эми жери да аныкталды. Алар толук бойдон биздин граждандар бойдон калат. Кудай берсин. Добрый день. Я извиняюсь, если повторяю что-то, то, что звучало на кыргызском. Какие из пунктов были наиболее сложными, спорными? Как пришлось подойти к согласию? И ваши личные впечатления от этих переговоров? Так, знаете ли, все пункты очень сложные. Никаких простых или там легких пунктов здесь нет. Каждый соток земли, не то что гектар, каждый соток земли, каждый метр земли, каждой стороне нужны. И узбекской стороне нужны каждый метр земли, и для нашей стороны нужны. Поэтому мы пришли, переговоры, я скажу, чтобы там легкими я не могу сказать. Как бы они были очень такими продуктивными, но сложными, надо признать, очень сложными были. Мы договаривались до 2 часов ночи, до 2 часов ночи договаривались. И я благодарен, что нашим узбекским коллегам, что они создали нам хорошие условия для переговоров, они были доброжелательными. Никоим образом не были настроены как бы отрицательно или как-то они нас не чувствуют, как бы не предвидели в нас каких-то своих противников. Нет. Они действительно предвидели нас как своих партнеров, и это нам создало условия для решения этих вопросов. Нет вопросов. Все? Эмнеге компенсация беребиз? Ким айтты көчүрөт деп? Жок, эч кандай эч ким көчүрүлбөйт. Ар ким ошол айылдардын бардыгы өздөрүнүн үйлөрүндө, өздөрүнүн жерлеринде калат. Себеби, дагы бир жолу айтайын. Ошол үйлөрү, үйлөрүнүн астында огороддору, үйлүш жерлери бардыгы биздин Кыргызстан тарапка өттү. Эч ким эч жака көчүрүлбөйт. Ар ким өзүнүн үйлөрүндө жашайт буюрса. Ол Өзбекстан менен чек ара маселеси толук чечилди деп айттыңыз. Анда бирок анклавтардын маселесин айткан жоксуз. Анклавтардын маселесин айткан жоксуз. Алар боюнча кандай сүйлөшүүлөр болду? Анклавтар боюнча. Анклавтар? Алар мисалы үчүн Барак, Сок, Шахмерден, дагы башка анклавтар бар Өзбекстан менен. Так, суу маселеси кандай болду? Ал анклавтарга биз эч кандай претензия кылган эмеспиз. Анклавтар тегереги дагы чечилген. Анклавтар маселеси мурда эле чечилген. Ага биз эч кандай претензия кылып, анклавтарга претензиябыз болгон эмес.
Ошондуктан алар кандай болсо ошо бойдон калды. Барак боюнча эмне болду? Барак анклавы биз менен Кыргызстанга, баракты биз Өзбекстанга берип, Кыргызстан менен обмен болгон. Алда чечилген. Баткен районундагы баягы нефть жана газ иштеткен жерлер боюнча, Северный СОК, Чоң Барак алча боюнча көп сүйлөшүп баяп атат. Ал жерде нефть газ бар боюнча эмес суроочу. Суроо ошол боюнча башкарууну Өзбекстан Кыргызстанга өткөрүп бериш керек болчу 2011-жылы. Ошол жерде кандай эмес. Урматтуу журналисттер, бул боюнча мен билген маселени айтып коеюн. Мына көптөгөн журналисттер, урматтуу журналисттер, силер акылдуу, профессионалдуу, баарыңар баарын билген адамдарсыңар. Бирок билип туруп жасайсыңарбы же билбей туруп айтасыңарбы, көп нерсени маалыматы туура эмес элге жайылтасыңар да. Мына сиз айтып аткандай азыр ошол жердеги Бүргөндүдө газохранилище бар. Ошол боюнча сөз жүрүп атат. Бул Бүргөндүдөгү газохранилище союз маалынан бери эле ошол өзбек тараптан колдонулуп келген. Себеби ал жака Бухара тараптан газ жайында ошол газохранилище толтурулуп, анан кышында ошол газды кайра Фергана шаарына жана ошол тегерегиндеги кыргыз айылдарга берип турушкан. Эми ошол газохранилище биздин территориябызда калды. Азыр эми ошол газохранилищени иштетүү биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок кыргыз тарапты. Себеби бизде андай газ жок. Так? Азыр биз менин жеткен маалыматтар боюнча кыргыз өзбек биргилешкен ишканасы түзүлүп атат. Ошол жерде түзүлүп атат. Ал Бүргөндү айыл өкмөтү ошол газ охранилищенин ордун ошол кыргыз өзбек биргилешкен ишканасына арендага берип атат акчага. Так? Эми ал жер иштейт. Иштей берсин. Анан кийин уңгартуу боюнча сиз туура маалымат берип койсоңуз бизге, азыр 300 гектар жер Кыргызстандан калат деген ушундай кандай болот? Мына көрдүңүзбү? Туура эмес айтып атасыз. Дагы бир жолу айтамын. Тууралап уккула ошон үчүн. Мен 300 гектар деген жокмун. Унгартоо боюнча 35 дедим. 35 гана гектар дедим. Так? 35 гектар жер толугу бойдон бизге өттү Унгартоо. Унгартоонун мындай эле да. Мындай журналисттерге кандай айтып берсем. Граница келет дагы, келип эле Унгартоого мындай чыгат дагы, 35 гектарга чыгат, кайра түшүп кетет да. Эми ошо граница түз өтүп кете турган болду, Унгартоого чыкпай турган болду. Унгартоо бизде калды, 35 гектар. Отусу. Я вам еще раз говорю, никакого коридора там нет. Правильно выражайтесь, пожалуйста. Никакого коридора никто не предоставлял. Коридор это по понятию, пограничное понятие, это совсем другое понятие имеется. Это дорога. Дорога. Мы упростили прохождение наших узбекских граждан в анклав СОХ. Все, в упрощенном варианте они будут проходить. А контролирует кто? Контролировать будут пограничники. Они будут на постах стоять, проверять, заводить, выводить, как все, никаких вопросов там не будет. И еще один вопрос, он не по границам, я хотела уточнить еще такой момент. В Баткене вы говорили о том, что будут громкие задержания. Где? В Баткене на встрече с местными жителями вы говорили о том, что будут громкие задержания. А что, не видите громких задержаний? Не слышите? Где вы живете? Ну, задержания же происходят, вот депутатов. Так, замминистров, министров, больших чиновников, коррупционеров. Они же каждый день происходят. Вот и сегодня произойдет, и завтра будет задержание, и дальше будет. Если они будут воровать государственное имущество, бюджет, они будут задержаны и будут наказаны. И эта работа не будет останавливаться. Пожалуйста. Здравствуйте, Надежда, 200 PG. Можно вопрос не по теме? Неделю назад вы сообщили... Не по теме? Да. По теме, пожалуйста, дайте. Ну давайте один вопрос, раз так. Неделю назад ГКНД сообщил о том, что депутат ЖК Марат Аманкулов незаконно нарушил свое имущество, на госслужбе находился. Хотел узнать, следственные мероприятия проводились? Уважаемые журналисты, все те вопросы, сейчас смотрите, вопрос, вот ГКНБ проводит очень широкую работу в стране, так, и по коррупционным, и по ОПГ, по всем другим моментам, так, все эти вопросы здесь рассказывать невозможно. Если сейчас я войду насчет Аманкулова, оттуда не выйду. Поэтому давайте сейчас пограничный вопрос рассмотрим. Вот Аманкулов, да, про Аманкулова я вам коротко скажу.
Аманкулов задер, то есть Аманкулова, насчет Аманкулова возбуждено уголовное дело о незаконном обогащении. Он, естественно, будет отвечать перед законом. Мы это приведем. Будет отвечать. Тема бойынша. Только по теме. По теме. Только банат, как-то поиску. Банат бойынша, бұған чейін сөйлесілер болғанды, байтылғанды, ұшыл бойынша, қандай сөйлесілер болған сіздерді жазылған места, өткенде бірісіңіздер көрініңізді, че, аназыту, оқуғаныңызда бірі банат бойынша, ешінен сайттан жоғылайыңызда, ұшыл бойыншында. Барак бойынша, 2017 жылы соглашение болып, ұшыл ойды обмен болып кеткен. Барак уже анклав емес, баракты біз өзбектерге, өзбек тарапқа өткізіп берген біз, өзбек тарап бізге ошон челеп территорияны Карасун чекесіне бізге өткізіп берген. Вот и все. Карасун чекесінде қайсы жерден? Қайсыдан өткізіп берді Карасун чекесінде? Мен. Қайсы айтады? Савай каналының алдында өлді. Савай каналының жанында екен. Савай каналын білесіз бе? Білемін. Вот и все, ошол жерде екен. Здравствуйте, Пан Федорович. По поводу вопроса, вот, приграничные вопросы с Узбекистаном, спасибо, что решили, да, вот, съездили. А вот приграничные проблемы с Таджикистаном остаются. И недавно в вашей поездке в Таджикистан, на Баткен, вы заявляли, громкое заявление сделали местным жителям, что товар Таджикистана не будет пересекать нашу границу, заезжать в Таджикистан, пока не решим проблемы с Таджикистаном приграничные. Я считаю, что это не громкое заявление, это обычное заявление. Еще раз скажу, пока мы пограничные вопросы с Республикой Таджикистан не решим, мы контрабандой завоз товаров в Таджикистан или Кыргызстан будем полностью останавливать. Так? Будем применять все свои средства, возможности, и контрабанда грузов теперь отныне в Таджикистан от нас. В основном Таджикистан от нас не будут. И со стороны Таджикистана тоже, если захотят завести к нам какие-то контрабандные товары, мы будем пресекать. Не, ну, контрабанда это и так незаконно. Вы простые вот, товары говорите. Вот смотрите. Будете завозить туда или как? Слушайте меня. Все незаконные действия контрабанды до этого момента как бы лояльно относились. Так, лояльно относились. И незаконное действие происходило. Теперь этих незаконных действий не будут. Не будут. Вот сейчас, например, Таджикистан не проходит ни литра дистоплива ГСМ. Так? От Таджикистана сейчас к нам тоже не будет проходить ни их продукции, ни другие, ни третьи продукции. Так? Все теперь законно будет. А после того, как мы решим пограничные вопросы с Таджикистаном, ну тогда уже, конечно, ослабление будет, тогда уже начнем работать. Что вы? Мен, мына Өзбекстан менен, урмат туугандар, Өзбекстан менен, Кудай буйурса, биздин өзбек боордош элибиз менен ошол чек ара маселелерин чечтик, Куда кааласа, Кудай буйурса. Так, эми мунан ары ошол жанагы бир аз иштесек, 2-3 айдын ичинде толук бойдон чечип бүтөбүз. Вопрос задали? Слушайте, пожалуйста. Не отвлекайте, уйдите отсюда. Уйдет оттуда, не отвлекай журналистов. Так. Таджикистан бойынша эми мына Таджикистанга өтөбүз. Так. Таджикистанга өткөндө Таджикистан менен туура маселелер али чечиле элек. Таджикистанда негизги маселелердин бири бул анклав Варук болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Анклав Варук боюнча биз Таджикистанга өзүбүздүн эки өзүбүздүн сунушубузду бердик. Эки сунушубуз бердик. Биринчи сунушубуз. Ушул анклавды биз мыйзамдуу түрдө ченейбиз. Границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мунан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавга өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланып өтө турган, Аксайды айланып Варукка кире турган. Так? Эгер алардын ошо тегерегин чечсек, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак биз анклав Варукту алмаштырганга даярбыз. Даярбыз. Ушу Варукту бизге таштаса 12300 гектар бекен ушун тегерегинде 12000 гектардын тегерегинде жер
Biz 12 bin hektar yerdi Leylek rayonunun başka yerlerinden, Batken rayonunun başka yerlerinden berüge dayarız. Yani al yerlerde kayerdi bersek bolot degen perechenji dagın biz berip koyduk. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калган вопросор чечилет. Так, коллеги, еще вопрос. Мы вас так давно не видели. На самом деле, много вопросов накопилось. Я не могу не спросить, у нас работа такая, задавать вопросы. А по поводу вот задержания, вы говорите, на самом деле, да, много громких задержаний, но большинство этих людей потом отпускают. Домашний арест, больничный, да, они выплачивают какую-то сумму в бюджет. Не будет это как от правосудия, и сколько вообще денег накопилось за счет вот этих отчислений, и что вы там? Вот, никакого откупа нет. Почему мы так открыто и четко работаем? Потому что во главе ГКМБ стою я. Значит, ни один сотрудник ГКМБ никакую мзду от коррупционеров не будет брать. Понимаете ли? Теперь что мы должны делать, коррупционеров? Коррупционеров, на них дело возбуждать. То есть мы их сперва устанавливаем размер коррупции, возбуждаем дело, их привлекаем к ответственности. Потом они, когда возмещают ущерб бюджет, мы их как бы отпускаем на свободу. То есть, соглашение сотрудничества со следствием. Так? Другого выхода нет. Мы не можем их как бы каждого из них отправлять в тюрьму. Они оплатили, уходит. Не будет платить, значит, заставим. А почему нельзя сбежать из-за решетки и при этом конфисковать имущество? Не, знаете ли, тогда у нас в ГКМБ всего 70 мест. Мы тогда много не соберем. Так, кстати, последний вопрос. Вот сколько мы собрали? Приблизительно сейчас собрали около 4 миллиардов сомов. Около 4 миллиардов сомов. И каждым днем пополняется. Вот вчера, например, тот же, как вы сказали, Аманкулов тоже какую-то часть оплатил. Так? Мы скоро объявим, сколько он заплатил, когда закончится. Вот недавно судья заплатил 70 миллионов, так. Вот Бабанов заплатил 100 миллионов, мы попросили его помочь в бюджет. То есть таким образом каждый день какие-то десятки, сотни миллионов бюджет оплачивают наши коррупционеры. Как? Так? Нет, это деньги мы себе не оставляем, и все средства до копейки мы переводим в бюджет. Полностью бюджет переводим, а там уже Министерство финансов распределяет, как хотят. Следующий вопрос. Хабар, пожалуйста. Здравствуйте, информагентство Хабар, РКИМ. Я хотела уточнить, почему вы в военно-полевой одежде? Наверное, многие удивляются, почему я в военно-полевой одежде. Почему? Потому что я сейчас отсюда же отправляюсь в Баткен. Потому что Узбекистан уже решили, теперь нам нужно решать с Баткеном, так? Спасибо. И Баткене надо работать в военной форме. По поводу получения средств, то что вы изымаете же у задержанных, кого? Да? Кого? Вот. Средства, которые вы получаете от коррупционеров, а вот от них выделяете ли вот 20% обещанные сотрудникам? Нет, мы ничего не выделяем, ничего не оставляем, все до копейки отправляем в бюджет. А там бюджет уже распределяет. Жо, урматы коомчулук, мен муну ачык айтып коеюн. Өмүрбек Токоловичтин иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда бизге чейин. Финансовый полициядан кийин ал иштердин баары бизге өткөн. Биз дагы 2 ай 3 ай текшердик бардыгын. Баарын карап чыктык. Жана биздин тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч ким зыян келтирбегендиги аныкталды. Так, аныкталды. Анан кийин бабам менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин. Ким берем десе биз отказ кылбайбыз. Туурабы? Я. Себеби Өмүрбек Токтогулович мындай колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар жигит. Так. И жардам берди, жардам бергени жакшы го, бул мамлекетке берди. Ал эч кандай бир ГКМ'га берген жок.
сейчас азыр эгерде кайсыдыр бир көшөгөлөр ушуга чейин болсо болуп келгендир, бирок уже андай көшөгөлөр жок. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, мамлекеттик чиновниктер, мамлекеттик кызматта иштегендер, же болбосо ошого байланышы бар адамдар, депутаттарбы же коомдук ишмерлерби, баардыгы коррупция менен алектенгенден бир аз чочулап калышты, коркуп калышты. Себеби баары билишет. Ким коррупция менен алектенсе, ал жазага тартыларын сезишти. Жана мындан ары да ушундай болот. Мындан ары да ушундай болот. Можно? Извините, когда сумма определяете, говорят, вот 100 миллионов, а почему именно 100 миллионов? Как есть какая-то тарифная сетка для коррупционеров? Не, вот. Не, потому что, знаете ли, у каждого коррупционера есть свои, как бы, совершенные деяния. Так? Вот это совершенное деяние рассчитываем, составляем акты, нанесенные ущерба, как бы, посчитываем. И, в конце концов, выходит сумма. У кого-то 100, у кого-то 50, у кого-то 20, у кого-то 200, кто-то миллиард платит. Вот один человек 2 миллиарда заплатил, так? Сейчас другой человек уже платит миллиард. Вот мы сейчас не говорим, вот на днях, уже буквально через неделю мы, наверное, объявим. Один человек нам платит миллиард. Ал боюнча биз күндө күн алып справкаларды алып турабыз, так, текшерип турабыз. Ал азыр жүрөгүнөн баягы коронография кылдырды. Коронография кылдыргандан кийин бир аптадан кийин өзүнө келиш керек. Уже бүтүп калды го. Мен эми колум тийбей деди азыр, чын айткандачы. Ар жак бир жак чуркап жүрүп атам, кече дагы түнү учуп келдим. Бүгүн азыр баткен кеттим, колум тийбей деди. Ушу заниматься этим коррупционерами. Я, наверное, скоро займусь, там очень много людей попадут за решетку. Баткенге чек ара маселесин карашым керек. Ал жерде мына азыр Министерство обороны тараптан учение болуп атат. Ошол маселелерди карашым керек. Маселелерди чечиш керек. Он биринчи апрелдеги референдумдан кийин биз Таджикстан делегациясын чакырабыз, бул жака чакырабыз. Алар келип, биз берген суроолорго жооп бериш керек деген ойдомун. Дагы бир суроо. Өзбекстан менен чоң курулган кесим. Не боюнча? Өзбекстан менен Камбарат эгеси боюнча. Вот Камбарат эгесин туура суроо бердиңиз, мен эми туруп кетейин деп калдым да, эсиме чыгып калды. Камбарат эгеси боюнча мен маалымат берип коеюн, урматтуу журналисттер. Көптөгөн адамдар, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик ишмерлер, депутаттар, дагы мындай бүгүнкү бийликке каршы чыккан оппоненттер ар түрдүү сөздөрдү айтып атышат. Ушул сөздөрдү мындай бир айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын карап, элдин тынчтыгын карап айтыш керек. Жөнүн жөн эле оюна келген сөздү оттой бербеш керек. Камбар ата бирди Садыр Жапаров Өзбекстанга берип коюптур, өткүзүп берип коюптур. Ал совместный предприятие курулган туура эмес, себеби өзбектер сууну алып коет деген ар түрдүү мындай бир ыплас болбогон сөздөрдү айтып атат да, мен ачык айтып коеюн. Ким ушул сөздү айтып атса, ошол ал адам ушуну көрүп атса, сезип атса керек. Так? Камбар ата бирди. Биз мына Садыр Нургожоевич Москвага барганда биздин орус партнерлорубузга предлагать эттик. Камбар ата бирди чогуу курайлы, келгиле дедик. Десек орустар эмне деди? Орус туугандары айтты, Камбар ата бирди силер менен чогуу курган менен силерде электр энергиянын баасы арзан экен, биз калган акчаны актабайт экенбиз. Биз силер менен чогуу курганга азыр макул эмеспиз, азыр биз туруп турайлы деди. Так? Андан кийин Садыр Нуркожоевич мына эмеге барганда, Казакстанга барганда Казакстандын президенти Токоевго айтты. Давайте Камбар ата бирди чогуу курайлы. Мына биз жерди берейли, сууну берейли, чогуу отуруп алып курайлы, кызматташайлы десе казактар дагы айтты. Жок, биз азыр бизге электр энергия керек эмес, электр энергия өзүбүздө в избытке көп, куруп ал жерден биз акчаны улашып эткенге азырынча биз шашпайбыз. Кийинчерээк деди. Анан эми кийин Өзбекстанга барды Садыр Нуркожоевич. Өзбекстанга барганда дагына айтты. Урматтуу өзбек туугандар, келгиле Камбар атанын чогуу курайлы, чогуу пайдаланайлы, ушул жерден эки өлкөгө тең пайдасы тийсин деди. Анан алар эмне деди? Алар макул деди. Макул деди, чогуу курайлы, чогуу келишимге барайлы деп алар макул болуп ошого аракет кылып атышат. Так? Муну эмнеси жаман? Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде
Başka mamleketler turup durgulandıysa biz alardın cüzün karap, alardın közün karap, caldırap, kaçan oşlar makul diye geçecek, kütüp oturuverişimiz gerek be. Daha 5 yıl kütüyoruz, 10 yıl kütüyoruz, 20 yıl, 30 yıl kütüyoruz. Kança kütüşümüz gerek. Tak, oşunduktan biz hazır çeçim kavulu alıp atavuz. Kuday buyursa, Özbek mamleketine çoğu kamarada birde kuravuz. Kurganda kanday kuruladı. Kurganda aytıp atışpaybı. Yemi ömür boyu Özbekler uşu suunu alıp kalat eken, başkarıp kalat eken. Anday bol boyut. Anday bol boyut. Oşu mamleketimizin başçısı Sadır Nurgocoyev hiç kaçan anday, cerge, anday masalaki barbay. Al emni de vatat. Al aytıp atat. Biz eğer de Özbek tuğandar men koşu kursak, podcasting dağısı kuravuz de vatat. Özbek tuğandar, oşol cerge ketken, milyard ketevi, no, primerine 2 milyard de vatat. 2 milyard dolar ketse, oşol cerde, kamaratanı kursa, biz cerde versek, suunu versek, bardak satıveşi dokumenterde rasta bile turgan bolsok, anan kiyin al cerge prosentli satın şeyini apırletevez. Ну, скажем, 50 на 50 пока, так? А потом вот это вложенные 2 миллиарда, пока они не заработают, они будут там находиться. Это 10 лет, 20 лет, 25 лет, это курёвизаны, бардагынч, ситуация көрсөтөт. Так? Андан кийин, алар ошол өзүнүн акчасын алып кеткенден кийин, ал ГЭС бизде калат, кайра эле. Кайра эле мамлекетте калат. Биздин кийинки муундарыбыз, кийинки мына келе жаткан, өсүп келе жаткан муундарыбыз пайдаланат. Анан биз күтүп отура берсек, бизге чейин мына күтүп отуруп эмне кылышты? Эч нерсеси жок калдык. Азыр электр энергия жетпей атат бизге. Кыйналып атабыз. Ошон үчүн биз ал камарада бир гесин курушубуз керек, чогуу курушубуз керек жана жакшы шарттарды аныктап беришибиз керек. Так. Так, по кыргызско-таджикской государственной границе. Жакшал болгон экен мына кагаз. Так, общая протяженность 972 километра. Так, из них на данное время согласовано на уровне правительственной делегации сторон 519,9 километров. Кроме того, на уровне рабочих групп описано 77 гектаров, и то есть километров линии государственной границы не согласовано 375,09 километров. Чинимиз а? Айтыңчы бол, акыркы суроо сизди, кеп айтыңыз. Кафа бол. Вакцина башталбай, вакцина сайтчы, сиздер аласыздар. Мен вакцина боюнча эч кандай маалыматым жок азырынча. Башка иштер менен жүрөм. Кечиресиң. Рахмат. Вот.